Привет, друзья! Вы на канале «Карибы. Жизнь на Кипре». И сегодня вашему вниманию мы хотим показать очень хорошую квартиру 2+1, 90 квадратных метров, которая расположена в очень красивом комплексе. Недалеко от города Гирны, всего 2 километра, можно сказать, в пешей доступности, вот находится такой уютный комплекс. Этот комплекс абсолютно новый. Здесь уже живут первые жильцы. Но заканчиваются еще какие-то строительные работы. В данном комплексе расположены квартиры, а также таунхаусы. У таунхаусов свой личный вход, 2 этажа, 165 квадратных метров и у каждого свое машиноместо. Цена таунхаусов от 160 тысяч фунтов. Также в этом комплексе расположены дома с квартирами 2+1. Вот они вашему вниманию. Перед вами двухэтажные домики, квартиры на первом этаже 2+1 и на втором 2+1. Общей площадью, я повторюсь, 90 квадратных метров. У квартир на втором этаже собственная терраса с прекрасным видом на горы и на море. Мы вам покажем. Стоимость квартир 2+1 79 900 тысяч на первом этаже и 81 тысяча фунтов на втором этаже. You gotta help me disappear from all those voices that I fear and all the moments I can handle, cause I'm different. You have to promise to stay near. Данный комплекс расположен в очень удачном месте. Гирны 2 километра. Рядышком главная дорога, где ходят маршрутки. Также рядышком магазины, кафе, рестораны, банки. Вся инфраструктура. И самое главное, что здесь расположен очень знаменитый университет Гирны Американ Университет. Буквально 3 минуты езды на машине или 10 минут пешком. Также рядышком расположен городской пляж. Пойдемте зайдем в одну из квартир 2+1, и я вам покажу планировку и покажу, какая она. Заходим. Подъезды еще тут новые. Вообще, этот комплекс еще не введен в эксплуатацию на 100%, но уже здесь люди живут. Тут какие-то еще доделывают моментики. Вот, заходим в квартиру 2+1. Вы знаете, я когда вот сюда захожу, я понимаю, что насколько она уютная. В общем, в коридоре, который я люблю и которых очень мало вообще на Северном Кипре, есть шкаф большой. Также есть помещение, где у нас постирочная. Здесь можно вот полочки для белья внизу. Но здесь можно установить стиральную машину и сушку. И вот мы заходим в гостиную. Посмотрите, вот какая красивая здесь кухня, остров. Это квартира на первом этаже. Потом мы поднимемся на квартиру на втором этаже. Мы вам покажем, какие там виды, терраса. Вот, очень много окон. Квартира светлая. Вешаете шторки. Устанавливаете всю бытовую технику, покупаете и живете. Хорошая кухня. Красивая. Здесь можно установить тут телевизор с тумбой, здесь диван. Гостиная очень просторная. Все квартиры на первом этаже, также на втором, окна смотрят у нас на бассейн. Сейчас мы вам покажем бассейн. Тут очень так симпатичненько. Вот, тут есть большая терраса. Ну, вот вы выходите на террасу. Тихо, спокойно.
Красивый очень комплекс, он очень уютный. И тут это все вырастет, кусты вырастут. Мне очень нравится, что достаточно качественно сделан. Пойдемте дальше. Покажу вам еще две комнаты. На первом этаже также расположен санузел с душевой. Вот здесь можно установить, посмотрите, вот здесь еще есть такая ниша, вот здесь стиральная машина устанавливается и сушка. До этого была просто у нас такая кладовка. И вот одна комната. Хороших размеров, мне нравятся размеры со шкафом, с хорошим видом из окна. Я повторяюсь, что все квартиры имеют вот такой вид из окна. Тихо, спокойно, машина тут не ездит внутри. Угу. Ставите кровать, какой-то телевизор вешаете, либо стол. И пойдемте, покажу вам вторую. Двери нравятся. И вот вторая комната также со встроенными. Больших размеров. Абсолютно, ну, мне нравится. Вот, со встроенными шкафами. Большие встроенные шкафы. То есть полноценная хорошая квартира с двумя хорошими комнатами. Со шкафами, с санузлом добротным и с хорошим видом. Большие окна, достаточно квартира светлая, но это не солнечная квартира, что очень важно. Они полдня у вас солнца не будет, потом немножко будет. Хорошим видом. Очень-очень симпатичный и приятный комплекс. И самое главное, я вам расскажу, пойдемте, про этот комплекс еще. Друзья, мы являемся квалифицированными консультантами по недвижимости на Северном Кипре. И мы сотрудничаем с крупными застройщиками, которые строят вот такие замечательные комплексы, и не только. Поэтому, обратившись к нам, мы обязательно подберем вам самое лучшее на сегодняшний день жилье по самым классным ценам. Мы даем очень хорошую скидку своим подписчикам и нам очень благодарны. Уже много покупателей именно от нас приобрели недвижимость на Северном Кипре. Мы оказываем полный комплекс услуг, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая получением вида на жительство. Мы поможем устроить ваших детей в школу, а также обустроить ваше гнездышко. Мы сотрудничаем с квалифицированными адвокатами, а также с крупными риэлторскими компаниями, которые нас всегда сопровождают и помогают нам. В данном комплексе есть квартиры 2 плюс 1 на первом этаже, а также квартиры 2 плюс 1 на втором этаже с террасой. Пойдемте посмотрим, какая здесь терраса, какие размеры и какие виды. Посмотрите, вид на море на террасе. Она огромных размеров. Это еще полноценное, как я говорю, всегда помещение. Террасы с видом на бассейн и с видом на море. Видите, как красивый комплекс. Современный. Впереди, вот справа и слева, это таунхаусы. Вот мы сейчас находимся в доме, где продаются квартиры, а вот это таунхаусы. У них у всех отдельный вход, у них есть для парковочное место свое. Таунхаусы 160 квадратных метров плюс терраса. Стоимость, кстати, таунхаусов от 160 тысяч фунтов. И посмотрите, какой красивый вид на горы. И самое интересное, я хочу рассказать, что данный комплекс, повторюсь, расположен в 2 километрах от Гирны, возле известных, знаменитых университетов, таких как Гирны Американ университет. Здесь есть сады, колледж ГАО. Также здесь вся развитая инфраструктура, магазины, кафе.
И стоимость данных апартаментов, внимание, 79 900 тысяч фунтов. Осталось в продаже буквально пару квартир. Друзья, если вас заинтересовало данное предложение, то вы поспешите, потому что этот комплекс действительно очень хороший. И как я всегда говорила, что я хочу на своем канале рассказывать только про те комплексы, где я бы сама жила, где бы я сама приобрела себе недвижимость. И вот этот комплекс – это один из этих мест. Поэтому осталось буквально пару квартир, поторопитесь, напишите нам, позвоните, и мы обязательно поможем вам приобрести в данном комплексе недвижимость. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нам они очень нужны, и пишите в комментариях ваши вопросы и отзывы. Все, жмите колокольчик, и вы будете знать, когда выходит наше новое видео. До новых встреч, встречаемся на Кипре! You know what's right from wrong, what to say and what to wear. You know there's more than I can bear. You're always telling me the truth, that's why I lean on you. Just like you know.